Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, наконец-то за долгие последние месяцы я выгляжу так, как мне нравится выглядеть, так, как я всегда хотела выглядеть, так, как я себя комфортно ощущаю. Поэтому, дорогие зрители, я буду выпускать очень много контента в ближайшее время. И если вы относитесь к тем зрителям, которые мне пишут: «Яна, ну ваш канал похож на спам, ну сколько можно видео выпускать, 4 видео в день, отдохните чуть-чуть», я могу сказать, что, скорее всего, видео будет больше, потому что я, в общем-то, воспряла духом, а нужно было это всего лишь мне, блондинку покраситься. А мысль свою я не закончила. Я на самом деле искренне советую отписаться всем, кого утомляет вот такой ежедневный многократный контент. Единственное, что могу сказать, что все-таки этот контент, он очень-очень разносторонний. Тема сегодняшнего видео: чему нам стоит поучиться у итальянок. Именно у итальянок, не у итальянцев вообще, хотя и у итальянской нации нам много чему можно поучиться и стоит поучиться, потому что я всегда за то, чтобы понаблюдать за другими, что они умеют делать лучше, научиться делать вот благодаря просто их опыту также хорошо. Но сегодня речь пойдет именно об итальянках. Чему же нам стоит научиться, нам, русским женщинам, у итальянок? Первое, чему я предлагаю научиться, это некому спокойствию. При том, что в одном из своих видео я рассказала, что итальянки завидуют нашему спокойствию, но это спокойствие, которое проявляется у нас в общении. Мы люди, которые не машут руками, мы люди, которые не используют активно жестикуляцию, и с лицом у нас очень часто все спокойно, в общем-то, у нас мимика не очень активна, и это все считывается итальянками, итальянцами, как некое очень-очень-очень хорошее спокойствие, которое идет из глубины нашей русской души. Но могу сказать, что то, чему я вот действительно научилась здесь, в Италии, так это спокойствию в том, что касается восприятия поступков других людей. Сегодня я была у своего парикмахера. Сегодня, прежде чем поехать к парикмахеру, я решила записать влог, где я, в общем-то, последний раз с темными волосами, и давно я влоги не записывала. И я, в общем-то, несколько переборщила со временем, не рассчитала, я опаздывала к парикмахеру. Было примерно 20 минут, когда мне нужно было еще припарковать машину, найти место для парковки и, в общем-то, дойти достаточно, мне нужно было какие-нибудь 10 минут, чтобы до салона добраться пешком, потому что я много раз рассказывала, я еще тот водитель, я паркую всегда далеко, но надежно. Соответственно, я подъезжаю к парковке, и на очень узкой улице, где невозможно даже сделать какой-то обгон либо маневр по тротуару, я встречаю вот такую картину. Конечно же, моя первая реакция — хорошенечко сигналить, высказать свое недовольство, но потом я понимаю, оценив ситуацию, что даже если я выскажу свое недовольство, вот что сделает эта сеньора, которая выкидывает мусор, и на месте которой могла бы быть я? Она не может сдвинуться вперед, объективно у нее очень много мусора в багажнике, возможно, он накопился, возможно, она так же, как и я когда-то, когда у меня были новорожденные дети, я выбрасывала вот такой мусор один раз в месяц, потому что иначе я не успевала, Егор был тогда маленький, не мог помочь мне с мусором, и, в общем-то, быстро-быстро оценив ситуацию, я поняла, что даже если я по сигналю, она никуда не сдвинется. И даже если она все-таки, что называется, спасует перед моей агрессией, перед моим недовольством, сядет в машину и куда-то отъедет, я должна буду принять в этот момент на себя, что называется, ответственность человека, который доставил действительно неудобство другому. Мои неудобства по сравнению с тем, что я могу доставить ей, будут гораздо-гораздо меньше, потому что, ну, я сижу и жду какие-нибудь, по факту оказалось, 2 минуты, даже не больше в машине, да, опаздывая, но тем не менее. А если бы я настояла о том, чтобы она сдвинулась, уехала, то ей бы пришлось сделать большой, наверное, круг, потому что там еще одностороннее движение было, и она бы потеряла гораздо больше времени, чем мои 2 минуты. Поэтому, в общем-то, я всегда предлагаю самой себе прежде всего успокоиться и задать себе вопрос, готова ли я перед Вселенной принять вот такую ответственность на себя. Нет, не готова. В итоге я спокойненько, расслабившись, ждала в машине, даже достала камеру, чтобы показать вам этот сюжет, как очень-очень наглядный, который очень часто происходит на итальянских дорогах. Вот вы не поверите, в центре Падуи очень часто можно наблюдать, как останавливается на пешеходном переходе машина пропускать пешехода. Пешеход оказывается, конечно же, знакомым водителя, и завязывается беседа. Моего мужа это очень часто выводит из себя. Он говорит: ну как можно на пешеходном переходе разговаривать о каких-то своих делах, когда ты можешь созвониться с человеком? Но теперь я стала сама очень лояльна и спокойно к этому относиться, потому что, ну, это всего 2 минуты какой-нибудь приятной беседы между этими людьми, и ты эту приятную беседу этих улыбающихся людей к тому же еще и наблюдаешь. Что вы думаете, произошло в итоге в конце этой ситуации? Я, не поведя бровью, как это принято говорить на русском языке, сидела и ждала. В итоге сеньора, которая выбросила мусор, посмотрела на меня, хотя она могла на меня до этого посмотреть, чтобы считать мою реакцию. Она посмотрела на меня и поблагодарила, а я ей царственно помахала рукой, как будто бы я все понимаю, то есть такой был мой жест. И я, вы знаете, я почувствовала себя королевой, я почувствовала себя человеком на
над ситуацией, который ситуацию управляет. То есть не эта ситуация на меня давила тем, что я опаздываю, а мне не дают проехать и припарковаться. Нет, я почувствовала, что это я позволила человеку закончить его дела. Это вот то, чему я научилась в Италии, но могу сказать, что обучение вот такому терпению далось мне, ну не то чтобы нелегко, я, в общем-то, человек достаточно спокойный по натуре, но могу сказать, что вот такие ситуации, наблюдая, это заняло у меня достаточно большое количество времени, когда я вот действительно поняла, что спешка и торопливость – это на самом деле очень и очень схоже и сродни некой суетливости. А суетливость забирает прежде всего энергию нас самих. Ну и продолжение этой истории не могу не сказать, что я, как уже рассказывал в предыдущем видео, захватила с собой компьютер, захватила с собой как раз-таки книжечку, куда я и записала вот все подобные мысли, и родилась так идея для видео. А все это я сделала, когда пришла в салон красить волосы свои. Мой мастер, конечно же, опоздал. Я не опоздала, либо опоздала не намного, а мастер мой задержался слегка. Ну, в общем-то, все понятно и так. Еще одна очень интересная особенность, которая, наверное, характерна очень многим, не только итальянцам, а вообще европейским нациям, и также американцам, и также людям, которые живут в Канаде, это не отвечать на вопрос «как дела?», действительно, «как твои дела?». Более того, итальянцев я научилась отвечать на вопрос «как твои дела?», вот что бы в моей жизни ни происходило, все супер, все хорошо, tutto bene, tutto va benissimo, что означает, ну, прямо-таки супер-супер-супер хорошо, потому что benissimo – это превосходная степень глагола «хорошо», поэтому вот на самом деле, раньше я задавалась вопросом, ну неужели у них все так хорошо, неужели у них так все хорошо, а потом я поняла, что, во-первых, в этом есть некий смысл, ты не пускаешь в свою жизнь сторонних тебе людей, то есть ты не делишься с ними своими проблемами, соответственно, ты и не пускаешь их в свои переживания слишком глубоко, потому что сегодня и сейчас, возможно, тебе это нужно, а завтра, возможно, ты об этом пожалеешь, потому что это момент твоей слабости, который хотелось бы, чтобы никто не видел. Ну и также очень часто может произойти, что информация, которую ты выдала в этот момент, от которой ты хотела освободиться, потом будет использована каким-то образом даже против тебя. Поэтому, в общем-то, за вот такой улыбкой, за вот таким ответом, что у тебя все хорошо, помимо просто-напросто рациональной причины не выносить, что называется, ссоры из избы, может также стоять еще и причина того, что когда ты действительно говоришь себе, да у меня все прекрасно, у меня все хорошо, на самом деле удивительно, но факт, ты таким же образом начинаешь себя и ощущать. И еще одна вещь, которую я научилась здесь в Италии, она очень связана вот с этим ответом на поверхностный достаточно вопрос. Никто никогда не интересуется действительно, как твои дела. Все просто спрашивают, это форма вежливости. Но я также поняла и заметила, что между итальянскими подругами не принято делиться какими-то прямо-таки секретами. Принято обсуждать то, что на поверхности. Джинсы, которые ты купила, детей, которые сейчас бегают, но не более того. Не принято обсуждать какие-то проблемы, которые есть у детей. Это принято обсуждать со своим собственным педиатром, либо со специалистом. Не принято обсуждать своих мужей, своих подруг и так далее, и так далее. Все разговоры между итальянскими подругами, что раньше меня очень удивляло, мне казалось, как так, дружба должна быть глубокой, дружба должна быть проникновенной, дружба должна быть такой, что ты можешь поплакать на плече у своей подруги. Ничего подобного. Итальянки дружат совершенно другим способом. Я часто называю эту дружбу дружба до поворота, то есть пока у тебя есть общие интересы с этим человеком, это может быть мужчина или женщина, вы дружите, но потом ваши интересы расходятся, и вы расходитесь очень безболезненно. Также еще и потому, что ваша дружба базировалась на каких-то, как мы бы сказали в России, поверхностных вещах, но я вам честно скажу, когда я встречаюсь со своими итальянскими подругами, раньше это происходило чаще, потому что прежде всего благодаря нашим детям одного возраста мы пересекались на детских площадках, куда-то вместе ездили, где-то вместе ужинали, либо обедали, я могу сказать, что я возвращалась всегда отдохнувшей. У меня было ощущение, что я вот позитивно и легко пообщалась. Поэтому то, чему я научилась здесь, в Италии, это действительно, как я и сказала в предыдущем пункте, не выносить ссоры из избы. Но не потому, что ты обороняешься, а просто потому, что есть какая-то определенная культура общения. И культура общения, она подразумевает, по крайней мере, здесь, в Европе, не только в Италии, это некоторая легкость и некий позитив, который ты несешь людям и которые люди тебе отдают. Еще одна вещь, которую я взяла себе на заметку, будучи женщиной, наблюдая за итальянками, это, конечно же, стройность итальянок. Это удивительно, но факт, когда я приехала в Италию, я, в общем-то, была достаточно молодая и не особо задумывалась о том, как мы выглядим в 40, либо в 50, либо в 60, либо в 70 лет. Но в определенный момент я стала обращать внимание, что я борюсь со своим весом и имею очень часто больший вес, чем итальянка, которая старше меня на 10, на 20 лет. И тогда-то ко мне и пришло понимание, я заподозрила, что в определенном возрасте, когда, казалось бы, жизнь твоя уже почти закончилась, в России очень часто, по крайней мере, какие-нибудь 10-15 лет назад, это был возраст,
возраст 30-летней женщины, когда уже, казалось бы, ты ни карьеру начать свою собственную не можешь, и замуж выходить тебе уже поздновато, да и детей, если ты не родила, то ты уже старородящая мать, то здесь в Италии я поняла, что помимо всего прочего, также и отношение к стройности другое. Принято быть стройным в определенном возрасте, принято быть стройным и в другом возрасте также. Вообще стройность не является какой-то прерогативой. Стройность – это нечто нормальное для итальянских женщин. Я также рассказывала, что итальянским женщинам стройность не дается просто потому, что она у них от природы. Более того, я подозреваю, подрастающее поколение итальянок, я думаю, что у них будут серьезные проблемы с лишним весом. Возможно, они никогда не смогут выглядеть так, как выглядят сейчас бабушки их, а также их мамы, но я могу сказать, что да, у итальянок я подсмотрела и поняла, что стройными в возрасте слегка за 35 можно быть. Более того, сейчас, благодаря этому, скорее всего, наблюдению, я и нахожусь в своей лучшей форме, чем была, когда, допустим, мне было 20 лет. 20 лет я много раз рассказывала в своих видео, очень-очень сильно поправилась, и в итоге была вынуждена пойти в спортзал, где и встретила своего мужа. Материнство очень сильно изменило мою жизнь. Когда я приехала первый раз в Италию, я была уже мамочкой, которая действительно умеет наблюдать за общением детей и мам со стороны. И какое было мое удивление, когда я начала наблюдать не только русских мам и их общение с русскими детьми, но также итальянских мам, потому что я много раз рассказывала, я оказалась в Италии, когда Егору было всего год и 2 месяца, то есть он был очень-очень маленький. И для меня было огромным открытием та манера общения итальянских мам со своими детьми. В этом видео и конкретно в этом аспекте я, конечно же, не сравниваю, какая мама лучше, какая мама более заботливая, какая мама более любящая, возможно. Нет, я говорю лишь о той манере общаться с собственными детьми, которая присуща, наверное, только итальянским женщинам. Это удивительно, это непередаваемо словами, но это то, что мне сразу же захотелось перенять, то, чему мне сразу же захотелось учиться. Я сейчас общаюсь со своими детьми, что называется, на их уровне. Вот буквально недавно мы с Данечкой ездили кормить животных, и я снова видела не просто маму с ребенком, а маму и папу с маленьким ребенком. Вы не поверите, как интересно смотрятся взрослые, когда они общаются с детьми. Но я говорю здесь об Италии. Очень часто нашему русскому глазу это может казаться даже непривычным. У взрослых меняется голос, у взрослых меняется мимика. Они как будто бы вот действительно включаются в эту игру, которую предлагает им ребенок. И они общаются с детьми вот действительно на их уровне. Во-первых, итальянская мама – это мама, которая очень и очень много разговаривает со своим ребенком. Итальянская мама – это мама, которая всегда, практически всегда опускается до уровня ребенка. То есть физически она присаживается, садится так, чтобы уровень ее лица совпадал с уровнем лица ее ребенка. Итальянская мама – это мама, которая очень часто разговаривает странным, как мы бы сказали, голосом, каким-то сказочным голосом, каким-то надуманным голосом. Но это то, что требует действительно очень часто общения с ребенком и то, что действительно облегчает общение с ним. На самом деле это многогранный вопрос. Если вам интересно, дайте знать в комментариях. Я посвящу этому отдельное видео, что можно взять для себя на заметку, наблюдая именно за итальянскими мамами. Но как раз таки здесь могу сказать, что то, как итальянки общаются со своими детьми, явилось для меня прекрасным и большим примером для подражания. Ну и последняя вещь, которую я взяла на заметку, наблюдая за итальянскими женщинами, это, конечно же, наличие прически. Это, конечно же, наличие красивой прически, зачастую красивой укладки. При этом, чем старше становится итальянка, тем лучше и более ухожена ее прическа. И наоборот, я заметила, что, в общем-то, я, как и большинство славянских женщин, обладаю очень тонкими волосами, которые посредством многократного воздействия в салоне на волосы в итоге лишаются своих красивых волос, своих нежных волос. Я рассказывала волос, как у принцессы. В общем-то, мы, русские женщины, очень сильно отличаемся как раз-таки возраст 40+, 50+, тем, как выглядят наши волосы, как выглядит наша прическа и в целом, как выглядит наш образ. Итальянки при всей их мужественности, при том, что у них, на мой взгляд, коренастые фигуры, многие меня поправили, но для меня, по крайней мере, это так, в том регионе, где я живу, итальянки выглядят достаточно мужественно, если брать их, скажем так, физические, природные данные. Но в том, что касается образ в целом, итальянки выглядят очень женственно благодаря своим волосам. Эти волосы, как правило, блондинистые. Ну, у всех блонд ассоциируется с некой большей легкостью. У итальянок волосы, как правило, уложены в локоны. И это тоже свидетельство некой все-таки нежности, некой не такой прямолинейности, а больше, ну, получается, нежности. Даже не знаю, как сказать. Но прическа у итальянок в определенном возрасте действительно позволяет им выглядеть гораздо более свежо, гораздо моложе. Это не должно быть самоцелью ни для кого из нас, но я думаю, что большинство из нас
мне так уж точно. Приятно, когда мы выглядим несколько более молодо, несколько более свежо, чем возможно мы могли бы выглядеть с другой прической. Поэтому волосы, прическа – это то, на что я стала обращать внимание у себя прежде всего, благодаря тому, что я живу здесь, в Италии, среди итальянских женщин. Ну что ж, вот такие примеры для подражания, вот такие аспекты для подражания, но думаю, что этот список у меня еще не закончился, у меня видео выходит очень длинным, два аспекта еще осталось. Обязательно запишу подобное видео. Если вы, проживая в Италии, либо в любой другой стране, взяли что-то для себя на заметку, обязательно напишите мне в комментариях, я сделаю еще одно видео, которое, я думаю, будет полезно и интересно всем нам. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скворцова, желаю всем классно выглядеть, классно себя чувствовать. Увидимся очень скоро, пока-пока!